выбирают, и они жили в этом отеле. Буш, Обама и Клинтон, Трамп еще не посетил Стамбула. Они жили в этом отеле. Справа памятник завоевателя Фатих Султан Мехмед. Здесь парк. На этом парке мечеть старая с 19 века. В османское время Султан Абдулхамид II приказал мечети. За деревьями минаретик видно. И в этой части Султан Абдулхамид II приказал маленький компактный дворец, который назвали Йылдыз. Йылдыз означает звезда. И во времени Республика Турции во дворе дворца открыли технический государственный университет. Справа проезжаем именно этого университета, который получил название Йылдыз на имени этого дворца, который мы не увидим, он в сторону пролива Босфора. Дорогие гости, по левой стороне.